Всем привет, дорогие мои друзья, я кружу вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Пятая глава у нас, ребята, и давайте проходить вот этот островок, Бессонница. Называется у нас миссия. Ну, больше чем уверен, сейчас мы их всех разберем. Я, слава богу, накопил карты, которые мне нужны, так что должны, в принципе, без проблем. Так, ну что, приступаем. Ага, заморочка срабатывает, все отлично. Так, тролль получил свое, давайте ножом. Нечего ему тут подхиливать. Так, мне нужен, ребята, динамит. Давайте сейчас выбросим его. Отлично. Да куда ты? Нечего тебе тут укутываться. Так, и давайте, наверное, заморозим их всех рыбным дождем. Так, ну что, пока хорошо. Сейчас еще динамит сработает и снежками будем добивать. Ну-ка, посмотрим. А, нет, не получилось, ребят. Но все равно сейчас тролля уничтожаем. И я думаю, что, наверное... Ах, подхил, ребята. Не вовремя, конечно, ну да ладно. Ну что, осталось только добить сумасшедшего и, как говорится, мухомора. Давайте сейчас булавой его. Опа, ах ты гаденыш. Ну давайте вот так вот, пестицидами, отлично, ребят. Так, давайте динамит выбросим. Дожидаемся, опять же, по стандарту рыбный дождь. Будет заморозка действовать на них. Так, снеговика, наверное, сейчас мы железным шаром. Вот так вот. Ну, а теперь, наверное, ножом. О, вообще замечательно. Ребят, все, осталось их только добить. У них очень мало хп. И я-то все равно проживу. А вот они навряд ли. Черт, не добили. Как так-то? На-ка, гад, снеговик. Все, ребят, сейчас, если я дождусь рыбный дождь, в принципе, они все слягут. Посмотрим. Нет, нет, сумасшедший остался. Ну, ему хана. Так, отлично, ребят, переходим с вами на следующий этап. Ну, здесь у нас, в принципе, ничего сложного нету. Тут у нас клоун, сумасшедший и грифон, стребятник. Так, все, динамит бросаем, второй. Сейчас рыбный дождь мне нужен обязательно. Вот. Ну что, практически все, победа за нами, ребята. Сейчас только булавой добьем. Ну. Да что ж ты не взрываешься там? Ну, должны сдохнуть все. Ах ты, елки-палки, сумасшедший остался. Был когда-то он. Ух, ну что же, первую волну мы с вами прошли, причем довольно легко, я считаю. И мы переходим на следующий этапчик. Так, опять у нас здесь кто? Ага, и посиделки называется миссия. Хорошо, давайте посидим, подумаем. Как вы уже заметили, у меня кролик и Юрий. Он защиту мне дает дополнительную. Так что поехали. Замечательно. Давайте булавой. Блин, почему я называю булавой, когда это стальной шар? Ну, мне почему-то кажется, что это булава. Больно уж похож. Так, динамит бы желательно, конечно. Да я, в принципе, доживу до него. Давайте сейчас выбросим его. И сразу же в щит, наверное, да? Ах ты, гаденыш ты эдакий. Ладно, а хотя, ребята, знаете, что я вам скажу? Здесь у меня щит не прокатит, потому что он у меня не прокачанный. Грубо говоря, я играю без защиты. Блин, надо было мне дурачку-то его скинуть и взять что-нибудь другое. Ладно, будем так их... Ох ты, замечательно просто получилось. Будем их так разбивать. Давай, динамит, быстрее копись, мне надо тебя выбросить. Все, и рыбный дождь желательно бы. Так, закутался, а? Ха-ха-ха. Давай. Замечательно прошло. Ну, а теперь уже и дождик пора выкидывать. Пускай они немножко помёрзнут. Так. О, клоун сдох. Так, сумасшедший тоже там на грани. Ну, отлично. И у нас только лишь тролль. Мы его сейчас будем шаром, наверное, убивать. Нет. Тогда дробовик нам в помощь. Все, готов, охламон. Динамит. Так, нечего тебе тут закутываться. Как говорится, в осаду он встал у меня, да? Консервная банка. Ну-ка. Блин. Ну ладно, нормуль. Я считаю, что это хорошо. Вот, конечно, у ножа есть один небольшой недочет, ребята. Он действует рандомно. Он может критануть, а может просто хиленько ударить. Поэтому, как говорится, карта непредсказуемая. Но зато она дает 100% откат ему на скилл. То есть, если мы ножом его бьем, то у него заново придется ждать
когда он накопит себе энергию для прописания следующего удара. Вот это единственный плюс этого кинжала. Ну, мы с вами переходим на третью волну. Здесь у нас что такое? Ага. За вечерним телешоу называется миссия. Думаю, сейчас, в принципе, мы их также быстренько разобьем. Так, не обращайте внимания, ребята, на мой голос. Он немножко севший, но, по крайней мере, я иду уже на поправку. Выздоравливаю. Практически уже здоров. Ну, из-за этого кашля, как вы понимаете, мой голос очень сильно сел. Так, ладно. Давайте, наверное, мы сейчас шаром. Хотя деда этого, в принципе, не стоит трогать. Так, динамит, динамит, давай быстрее, копись. Ну, отличненько. Так, ножом сейчас. Опа-на. Ага, электрик свое получил. Так, и ждем рыбный душ, ребята. Все. В принципе, ах ты, дед-то сейчас, наверное, встанет. Если даже динамит сработает. Да, он сейчас... Нет, ребята, удачно у нас прокатило все. Как видите, все подохли, и мы с вами на коне. Ну, давай, динамит, ё-моё. Куда ты там закутался? Надо снимать, ребята, обязательно. Так, а теперь бросаем динамитик. Все. Ну и как по стандарту, ребята, рыбный дождь обязательно. Это вот у меня такая, ребят, тактика в данный момент. Потому что лучший я пока еще не нашел. Если бы у меня хотя бы щит срабатывал на защиту, я бы немножко по-другому играл. А так приходится, как говорится, жертвовать своими хпшками ради того, чтобы как можно больше нанести дамага им. Ну что, тролль, пока. Так, жестянка опять закуталась. Снимаем. Так, динамит пошел. Давайте булавой. И кинжальчиком, наверное, ребята, в довесок надо сделать. Ох, хорошо, как сумасшедшего немножко покоцали. Ну, а теперь уже можно смело и рыбный дождь, ребята, бросать. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут получается? Плохо. Тогда давайте снежками будем бомбить их. Не добили. Обидно, конечно. Так, давайте снимем защиту. Так, теперь ножом. О, сумасшедшего не стало. Вот это уже хорошо. Так, дробовичок сработал, но не добили мы жестянку. Давайте, наверное... А, он сам сдох. Так, остался лишь только этот осьминог у нас. Все, нет его больше. И мы, ребята, проходим эту волну. Получаем листики, получаем опыт. В общем, все хорошо. Ну что же, и вот у нас босс. Босс именно этого островка. Старикам тут не место. Называется миссия. Прям как фильм. Ладно, ребятушки, давайте приступим к разбору. К разбору полетов. И... О, первые охламоны. Давайте тогда так сделаем. Динамит, потом рыбный дождь. А потом, наверное, и снежки можно будет применить. Так, хорошо. Так, давайте вот так вот сделаем. О, у нас еще динамит есть. Хотя, наверное, лучше снежками, потому что у них очень мало хп. Мы должны... Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Так, все, снеговика не стало. Давайте стальным шаром сейчас, наверное. Опа-на, сумасшедший. Ты какой-то крепкий парень. Так, осьминог свое получил. Давайте, наверное, с дробовичка сейчас сделаем один залп. И снежками, я думаю, мы их, в принципе, должны будем добить. Ребят, мне нужно сохранить здесь как можно больше хп, потому что нас ожидает здесь еще боссик. Так, рыбный дождь пошел. И теперь я, наверное, думаю, что нужно... Давайте шаром, наверное, звезданем. Хорошо, ножом теперь. Оу. Так, снимаем с него эту защиту. И давайте, наверное, рыбный дождь все-таки сделаем. Так, электрик сдох у нас, сумасшедший еще жив. Ну, тогда мы снежками, наверное, их всех и добьем. Ну, ты посмотри, а? Тролль выжил. Ну, тогда его из дробовика. Пока. Ну, а вот и босс у нас пожаловал. Даешь пособие монстрам, старики тоже хотят убивать героев. Ха, ничего себе ты, братиша, замахнулся. Ладно, чего бы он там не вякал, ребята, мы его должны разобрать. Вот так вот. Давай, рыбный дождь, быстрее. Какой же ты долгий, а? Вот так вот. Так, у нас, ребята, нож еще сейчас на подходе. Давайте ножом. О, как раз хиллера задели. Замечательно. Так, давайте, наверное, давайте динамит. Хотел снежками, но думаю, от динамита здесь будет больше толку. А вот теперь снежки пошли. Ну-ка. Ребят, в принципе, если сейчас бумкнет, то они все сдохнут, кроме босса. Босс еще... Хотя босс уже не выстоит. Черт, псина осталась. Пока, песик, сейчас мы тебя и добьем. Ну что же, ребята, вот как-то так мы с вами и прошли
этот островок. Получили с вами синий сундук, это хорошо. Мы его обязательно сейчас... А, нет, мы не поставим его на открытие, потому что у меня уже стоит один. И у нас открывается вот это вот. Ну, развилка. Это мы проходить с вами не будем, потому что здесь 22 уровень. У меня скиллы прокачаны только до 21. Придется нам немножечко с вами подождать. Буквально несколько часиков, когда я все это сделаю, когда накоплю. И тогда обязательно продолжим. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И у нас, ребята, заключительная 5 глава. И последние враги остались. Так что сегодня мы, скорее всего, ее пройдем. Так, что мы тут? Ага, вот совушку-то, конечно, бы мне надо улучшить, по идее. Да, потому что я, скорее всего, ее возьму с собой. Так, замечательно. Трубку мы не будем с вами улучшать, она нам не нужна. Так, в принципе, и все. Так, можно здесь что-нибудь не заменить? Пушку поставить? А куда ее влепить? Не знаю, ребят. Тут, в принципе, все очень нужное для меня находится. И, наверное, мы... Хотя, знаете что? Вот пираний. Пираний я, наверное, возьму. Так, они также критуют, как нож. Также случайно, но будет от них толк, ребята. Давайте вот как раз, наверное, мы поставим вместо дробовика. Потому что дробовик, ну, в данный момент не актуален. В общем, будем пробовать. Все, кажись, да? Да, ребята. Так, приключения, это все отстой. Поехали. Темный переулок называется у нас миссия. И пора им тут всем задать жару. А то они, смотрю, расслабились здесь. А почему я взял сову, ребят? Потому что у меня очень много замораживающих скиллов. А сова, она усиливает заморозку. Ну, не очень много, конечно. У меня вот только снежки и рыбный дождь. Но, тем не менее, этого достаточно. Так, замечательно. Кстати, щит у меня здесь прокачан. И я смогу уже прикрываться. Хе-хе. Вау. Просто, ребята, на ура идем с вами. Вообще, вообще никаких препятствий я не вижу. Так, динамитик, естественно. Здесь мы с вами будем пиранью-то использовать по полной программе. Хоть она и не аналог ножа, но тем не менее, ребята. Ну что ж, давайте снежками, наверное. Вот так вот, побалуемся. Оу, Гринч сдох. Прикрываемся теперь и ножом. Эх, не кританули. Пиранья, к сожалению, тоже не кританула. Ну что ж, добиваем серебятника. И ножом не добили. Тогда... Да елки-палки, ты что, припух что ли, а? На тебе снежком в рыло. Ха. Так, динамит пошел. Рыбный дождь у нас. Стратегия, ребята, остается как с предыдущей игры у нас, в принципе. Только здесь у меня уже полноценный щит. Он как раз для 22 уровня прокачан. И я могу прикрываться спокойненько, ничего уже не боясь, что меня кто-то здесь обидит или ударит. Так, ну давай, 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 снежки, елки-палки, давай снежками, ребят. Снежки у меня тоже здесь прокачаны, так что от них они будут замораживаться. Да, конечно, разогнался. Так, все, ребята, сейчас главное... Ну, вау, пираньи как раз куда нужно ударили. А теперь давайте рыбный дождь, и они здесь оба сдохнут. Да? Ну что же, первая волна у нас пройдена. Я считаю, никаких тут проблем не было. И открывается следующая. Так, неприятная встреча называется. Ладно, давайте посмотрим, что в ней неприятного. Я так думаю, что неприятная встреча для них, что они встретились со мной. Мне-то как-то пофигу на них, если честно. Так, жестянка. Угу. Ну давай так сделаем для начала. Теперь снимаем с него защиту и снежки. Да, это будет самый лучший вариант, ребята. Так, пираньи. Ну, вот сейчас уже получше они сработали. Так, рыбный дождь, давай быстрее, а. Вот так вот, хорошо. Динамит, нет, давайте, наверное, вот так сделаем. Ножом. В принципе, можно было бы и шаром звездануть. Ну, ну вот так вот, снимем защиту, а теперь шар. Да, пираньи. Оу, они сработали как надо. И упали куда нужно. Так, у нас здесь остался мухомор и пес, точнее волк. Ну-ка, снежками их поморозим маленько, да? Отлично. Ах ты, не добили мы псину. И пираньи не добили, да что ж такое-то? Что ж не фартит-то так? Да ладно вам, ну...
Они ходят, как говорится, на острие ножа. Вот-вот сдохнут, но почему-то сопротивляются, ребят. Отличненько. Так, динамитик. Рыбный дождь. И я вот не знаю. Ну, можно, в принципе, и пираньи. Хорошо. Так. Стоит прикрываться, ребят. Ну, давайте сделаем прикрытие себе. И рыбный дождь. Так, они все заморозились. Нормуль. Ай-яй-яй. Я хотел, конечно, чтобы попало по магу поэтому. Ну да ладно, в принципе, сейчас они, ребят, отдупляться. И вот это вот не спасет, что он мне меняет карты. Я же говорил, не спасет, ребят. Все, стальной шар делает свое дело. Последние у нас ребятушки здесь. Давайте-ка мы их по-быстренькому сейчас заморозим. Пускай подумают. Так, давайте ножом. Опа, вот сейчас хорошо кританула, в принципе. Я даже очень рад этому. Так, снимаем с него защиту. И пираньки. Так, а теперь, наверное, ребятушки, вот так сделаем. И ножом еще. Ха, электрик сдох. Ух. Нет, вот пираньи как-то слабо по танкам бьют. Но под задним целям они бьют достаточно хорошо. И у нас пройдена эта миссия. Я же говорил, что для них будет это неприятная встреча. И мы переходим с вами плавно на следующую, которая будет называться у нас аварийная ситуация. Ладно, давайте посмотрим, что здесь аварийного. И что за ситуация. Ага, все старые знакомые. Давайте по старому, ребята, принципу будем работать с вами. Вначале заморозка. Потом, наверное, мы сейчас вот так сделаем. Ножом добьем. Ну, как добьем, я имею в виду ударим. Так, можно, в принципе, и шаром звездануть, ребята. Но давайте динамит бросим, да. Да куда ты закутываешься-то все время, а? Так и хочет гад, чтобы динамит на него мало сработал. Ну-ну-ну-ну-ну. Все. Ребята, это, грубо говоря, финальная комбинация, потому что здесь они ничего же не сделают. Опачки. И только лишь электрик остается, которого мы ножом закалываем. Так, динамит. Давайте, наверное, вот так заморозим их маленько. Ага. Ну, все равно я считаю, что это неплохо. Можно еще шаром сейчас звездануть. Вот так вот. Ну-ка. Так, не... Ай, он мне сменил карты, гаденыш, а. Ладно, хорошо, ты сам напросился. Раз мы не знаем, что нам будет выпадать, мы будем бросать то, что у нас есть, ребята. Оу, а вот это плохо. Вот это плохо, потому что снеговик закутался в шар. Черт, подери его, а. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь таится. Шар, блин. Вот, вот они, ребята, пестициды наши. Давайте снимать шар. Отличненько. И дождем, наверное, их и добьем. Нет, слизнюк еще живой. Но, в принципе, это лишь вопрос времени. Хе-хе-хе. Динамит. Так, шаром давай его приголубим маленько. Опа-на. Так, я не знаю, давайте все-таки дождь. Дождь рыбный сделаем, потому что он заморозит и всех на 100%. Снежки этого эффекта могут не сделать нам. Так, электрик практически уже готов. Его осталось только добить. Может быть, снежками? Отлично. Снежки попали куда нужно. Так, сейчас ты получишь у меня по башке шаром, гад. Укутывается он. Ай-яй-яй. Так, ну давайте, наверное, тогда... А, в принципе, это будет добивочный. Да? Все, сдохли. Ух. Отлично. Просто замечательно. Оу, я еще и новый уровень получаю. Ребята, какой там у меня 23-й? Шикарно. 6000 хп. Ну вот, мы перешли с вами к финальному боссу, которого звать Живой Танк. Хей, кто это такой вообще, а? Давайте-ка смотреть. Что он такое из себя представляет? Вот что меня в первую очередь волнует. Ого, носорог, елки-палки. Новый монстр, носорог. Ух, ничего себе у него способностей. Так, пулемет. Наносит большой урон и увеличивает стоимость всех карт в руке. Угу. Следующее. Блокирует урон и эффекты от карт соответствующего цвета. Неплохо. Призывает дронов поддержки. Так, хорошо, ребят, давайте пробовать. Я наполовину носорог и наполовину робот. И горжусь этим. Умри.
Ну да, конечно. А ты-то сам сдохнуть не хочешь, сосунок? Так, пока я ничего не вижу, что бы он тут мог делать. У него копится какой-то пулемет. Ну, я думаю, что он, наверное... Нет, он воспользуется, конечно. Так. Что он сделал-то, я не могу понять. Ну, пострелял. А, он мне увеличил карты в плане стоимости. Вызывая подкрепление, познакомься с моим супер-мега-дроном. Ах, вот оно что. Ну, давай, иди сюда. Заморозочку. Блин, мне надо дрона подбить. Он, наверное, сейчас будет по мне стрелять. Опачки, а носорог-то у нас непробиваемый. Офигеть. Это, видимо, дрон все это делает, а? Надо его уничтожать. А как? Да хорош, успокойся уже. Блин. Ну-ка. Мы вообще снимаем защиту, когда применяем пестициды или нет? Нет, нифига мы не снимаем, ребята. Так, короче, пока дрон будет здесь возле него летать, мы ничего... Во, отлично. Мы ничего сделать не сможем. Так, давай шаром. О, пошло дело, ребята. Пошло. Давайте снежками теперь попробуем. Ах ты посмотри. Он неуязвим. Снежки на него не действуют. Так, а нож? Ага, нож действует, отлично. А сейчас ты и конкретно попал. Мои дроны в бой. Ну, блин, гадёна, сейчас, наверное, два дрона вызовет. Нет, пока никого не вызывает. Это хорошо. Вот они, блин, один красный, другой синий. Что-то они делают, наверное, не то. Так, рыбный дождь мне нужен, срочно. Ага, заморозили, замечательно. Вот сейчас бы еще динамитика бы, ребята. Динамитика бы туда бросить бы им до полной кучи. Вот так, я успел все-таки до повышения цен бросить. Так, прикроемся. И давайте еще рыбный дождь. Ну что ты там пыхтишь, пыхтелка? Блин, да как бы мне добить-то их, а? А, ты достал уже, носорог. О, один дрон уничтожили. Ну-ка, пираньи, замечательно. Вообще кайфово сработало. Так, что, пока надо бомбить его, пока он тут не успели. Повысил мне карты. Давай вот так попробуем. Слушайте, ребята, у него очень мало хп, и мы его... Ну, есть! Сломался. Ух ты, и мы что-то получаем. Какого-то слона получили мы с вами в друзья. Награда, фиолетовый сундук. Вообще шикарно, там очень будет много карт. Но он будет открываться, по-моему, очень долго, да? Сколько, если я не ошибаюсь? Так, что это такое? Вот это был бой. Ты настоящий герой. Впереди нас ждет еще больше приключений. Тебя ждут куча новых испытаний, карт и монстров, а также сражения с игроками. Нифига, ребят, смотрите, новые скиллы там. Твои приключения продолжаются в ближайшем дополнении. Ё-моё, новые боссы. Ух. Ты справился. Это было настоящее безумие. Да уж, это точно, ребята. Но, тем не менее, игра мне очень понравилась. И... мы ее прошли с вами, по крайней мере, до следующего дополнения нам здесь делать нечего, ребята. Если кто-то в нее играет, то будьте добры, как только вы узнаете, что вышло дополнение, обязательно мне напишите в комментариях, свистните мне в личку. И мы обязательно с вами встретимся и будем продолжать это безумие монстров. А на этом все, всем большое спасибо за просмотр и увидимся в новых сериях. Всем пока, ребята, всем удачи.